потом... умные мои, давай зажигаем. Барашком не отделаешься. Атака! Опа! На Кавказе живет умный народ. Говорят, горцы учат предметы круглый год. И в метели учиться идут, и в пурге. Как один на 100 баллов сдадут ваш ЕГЭ. А еще говорят, что джигит не джигит, если он, испугавшись ЕГЭ, об учебы бежит. А еще говорят, аксакал раздает эскимо только тем, кто 100 баллов набрал и зачислен в МГИМО. Опа! Да-да-да-да-да, это Кавказ! Да-да-да-да-да, всегда высший бал. Вей-вей-вей-вей-вей, сказочный край. Вей-вей-вей-вей-вей, для школьника рай. Опа! Да-да-да-да-да, это Кавказ! Да-да-да-да-да, всегда высший бал. Вей-вей-вей-вей-вей, сказочный край. Вей-вей-вей-вей-вей, для школьника рай. Опа! Do you speak English, Захар? Yes. I do. London is the capital of Great Britain. Говорят, горцы любят физру и любят литру. Говорят, обожают учиться ходить поутру. А еще говорят, если сдать на 100 баллов не смог, то что? То навеки забудь и село, и родимый порог. Говорят, что экзамен для всей России един, но Кавказ на едином экзамене не победим. И говорят, что с проверкой однажды приехали к нам. Ха-ха! Их 3 года с собаками ищут уже по горам. Потому что... Да-да-да-да-да, это Кавказ! Опа! Да-да-да-да-да, всегда высший бал. Вей-вей-вей-вей-вей, сказочный край. Вей-вей-вей-вей-вей, для школьника рай. Эх, да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, всегда высший бал. Вей-вей-вей-вей-вей, сказочный край. Вей-вей-вей-вей-вей, для школьника рай. Опа!